Привет, друзья! Еще один домик с вами смотрим. Вот так вот называется эта модель. Пойдемте. Это уже другой застройщик. Это называется застройщик First Texas Homes. Вы можете увидеть вот здесь, например, его название. И так, что мы видим, когда мы заходим? Мы видим у нас здесь небольшая комнатка. Американцы здесь ставят стол, стульчики. Помните, я вам говорил, что это... Model Room называется, потому что ее видно с улицы. Двери с высокими потолками. У нас, посмотрите, потолок на 1,5 этажа. И здесь у нас сразу же сделан кабинет. Ну, оборудован он как кабинет. Я думаю, что здесь у нас есть шкаф, который открывается просто так. То есть это когда-то была спальня. Но в связи с местными и современными реалиями все работают из дома и переделаны под офис. Мы заходим, у нас здесь шикарный living room, очень красивый. У нас есть камин, тоже настоящий камин, дерево жечь, и кухонька. Кухня очень приятная, посмотрите, она достаточно просторная, достаточно большая. Здесь у нас, я так думаю, либо шкафчики, либо заглушки стоят. Давайте попробуем. Шкафчики. Видите, открывается все. Вот, и, соответственно, это тоже место, где можно кушать, сидеть. Подоконник шикарный. Помните, я вам говорил раньше, можно посидеть прямо хорошо. И вот за счет того, что везде окна, очень классно смотрится. Ну, мойка, вы уже привыкли. Мойки идут одинаковые почти везде. Встроенная у нас плита, один шкафчик. Ну и микроволновка с духовкой вот на таком вот уровне. Кстати, это очень удобно. У вас, видите, у вас гранит идет цельной плитой, без всяких разрывов на модули на какие-то. Вытяжка там, ну и место под холодильник. Всегда есть вода в холодильниках американских, потому что делают салют, делают все остальное. Здесь у нас вот это вот, я раньше видел только в Калифорнии, как коридорчик такой небольшой, и пентри. Тоже она со светом, видите, можно свет включить. Ну и туда зайти, куча всяких шкафчиков, интересностей. Пойдемте дальше. Куда мы можем выйти у нас здесь? Сюда вазочки ставятся всякие. Отсюда мы можем пройти коридор. Вот там вот у нас идет вход в гараж. Здесь у нас полноценная ванна, умывальник, горшок, ванная. Первая спаленка. Ну, хорошая по размеру. Я бы не сказал, что она прямо маленькая. Ну, хорошая. Шкаф. Вот такой вот вид из окна. Видите, вот это все дело, оно будет застраиваться. Вон моя машинка стоит. Здесь все будет застраиваться. И что у нас дальше здесь? Здесь у нас мы видим вот этот кабинет, через который мы зашли. Вот здесь вот у нас вход. Ну, здесь вход в гараж, ландри, как всегда. Стиралка, сушилка, шкафчики. И еще одна спальня. Соответственно, в этом доме получается... Там у нас шкаф. Спальня. Офис, который может быть сделан еще как одна спальня. Третья спальня, ребят. На три спальни есть один полноценный туалет. Ну, а это у нас, уже знаете, шкаф для полотенец. И пойдемте посмотрим мастер-бедрум. Я так понимаю, вот у меня вход здесь. Так, развернемся, покажу вам, как все это дело выглядит. Красиво, хорошо. Ну, вот эту арку я бы вообще убрал. Не нужна нам здесь эти лишние стены, которые уменьшают визуально все. Но с такими окнами, конечно, шикарно выход на задний дворик, на котором у нас, кстати, что? Смотрите. У нас озеро. Озеро здесь любят. Итак, мастер-бедрум. Пойдемте посмотрим. Большая мастер-бедрум. Здесь у нас... Ага. Шкаф для верхней одежды, я так понимаю. Одни вешалки, рубашки, вешалки, курточки. Эркером окошко. Очень классно. Вот она. То, что видит обитатель дома в Америке. Над местом для кровати еще одно окно. И хозяйская ванна. Пойдемте посмотрим. Что у нас здесь? У нас здесь два умывальника. Привет. Один, второй. Ванна с окошком. Смотрите, можно лежать
и смотреть вон туда, вот где будет все застраиваться. Душевая кабина. Здесь, я так понимаю, туалет. Ну, туалет. Обычный, стандартный, советский туалет в Америке. И шкаф. Шкаф непонятной формы. Я понимаю, они пытались уместить, использовать как можно больше пространства, но вот с этими вот углами, за дверью там все. Решение достаточно спорное, но симпатично. Я вам скажу так, несмотря на то, что помещение достаточно небольшое, но оно хорошо спланировано, оно достаточно уютное. И когда вы, представьте, вот здесь у нас стоит кровать напротив входа, и вы встаете, у вас вот это вот окошко, и красота, озеро, птички. Сейчас вот их, кстати, распугали, не видно здесь, но здесь какие-то цапли или какие-то большие такие белые птицы на длинных ногах ходят. В общем, очень классно. Посмотрите, как сделано все. Мне нравится. Такой дом начинается от 400 тысяч. Естественно, то, что вы видите здесь, это стоит не 400, это стоит больше гораздо, потому что здесь много всяких допов. Полы, например, или камин, он порядка 3500 стоит. Что мне очень нравится в американских домах, это есть почти везде. Вот это вот место dining place. Сюда ставится обеденный стол. И как бы подразумевается, что тут люди садятся кушать. И вот эти лампы. Вот у меня телефон. Друзья, вот. Я его поднял на уровень глаз. Это люстра, о нее будет стукаться головой любой человек, который там, я не знаю, старше 16 лет. Он ниже уровня глаз, он примерно на уровне подбородка. То есть, если у вас есть дети, и вы не планируете ставить здесь стол, а будете использовать это пространство как-то иначе, вот эту вот люстру, вот это вот веселье и всю эту историю придется убирать. Либо просто не заказывать. Такой вот домик получился, мы его с вами посмотрели. Мне нравится то, что здесь высокие потолки. Дом одноэтажный, но за счет такой вот формы потолков смотрится хорошо, так же, как и в зале. Посмотрите, вот окошко сверху и потолок такой. Очень хорошо. И офис у нас тоже с выходом на жилой район. Вот он. Вот так вот выглядит жилой район в Америке. Гараж. Собственно, и все. Пойдемте. Такие домики. 2000 скварфит. Это примерно, наверное, 160-170 квадратных метров. Домик очень приятный, 400 тысяч, в принципе, я думаю, что такой домик того стоит. Еще раз покажу. Вот такой вот. Вот такая вот красота. Спасибо, что посмотрели. Оставайтесь на позитиве.